Доброе время суток, вы на канале Анжелика Семерякова. Сегодня собираю черемуху. Ну, ее практически нет, не надо компоты сварить. Ну, сколько наберу. Сейчас ее птицы последнюю склюют. Вообще мало. Ну, сколько наберу, столько наберу. У нас ветра. Погода не акти. Ну, пойдет. Не затапливает ничего, но маленькие дожди. Нормально, в принципе. Конечно, жалко, что уже лето заканчивается. Уже середина июня. Ой, июля. Очень жаль. Сейчас махом уже осень наступит. Вот. Сейчас нарву черемушки. Будем делать компот. Ветра у нас положили картошку, ботву. Но я думаю, ничего страшного будет. Думаю, все равно рост будет картошки. И я как-то уже подкапывала. Мы себе с мужем варили картошечку, селедки. Было очень мелкое. Сегодня подкопаю, посмотрим, какая она у нас сейчас. Ну что, обобрала я черемуху. Это у меня вот всего столько получилось. Маленечко. Ну, нету черемухи. У нас в этом году вообще ягоды нету. Вчера вот ехала на работу с женщиной с нашей же деревни. Тоже говорит, нету ягоды. Дошла я до картошки. Все-таки вам покажу, как у нас картошка легла. Я думаю, все равно будет расти. Думаю, ничего страшного. Ветер у нас сильный. А вот наша тыква и кабачки. Вот то, что побило морозом. Я даже вот увидела, маленькие плоды уже есть. Маленькие, но есть. Надо пожарить с помидорами. Вот. Все равно душу радует, когда труд не напрасен. И бегали с мужем, укрывали, спасали. Свекла, свекла кормовая. Вот такие вот дела. Гороха еще нет. Ну, скоро будет и горох. Ну вот я накопала картошечки, помыла, просушила. Сейчас пойду завешивать. Завтра муж едет торговать. Я не знаю, продаем весной скороспелку по килограммам. Сейчас по килограммам расфасую. А вот цену я не знаю. В прошлом году мы килограмм продавали 60 рублей. Рядом в деревне продают 100 рублей. Но я считаю, 100 рублей дорого за килограмм. Ну, не знаю, по какой цене он завтра поставит. Наверное, рублей 70 за килограмм. Посмотрим, там видно будет.